Юные криминалисты узнали, как работают кинологи, научились проводить дактилоскопическую экспертизу, посещали практические уроки самбо и стрельбы, расследовали пропажу ноутбука во время тематического квеста. Я хочу следовать криминалистам по особым тяжким делам. Мне очень запомнилось, как мы брали отчетки пальцев, и последний квест он был просто супер. Казалось, что пропала и грамота, которую мы даже нашли, и арестовали преступника. На торжественной церемонии закрытия проекта «Юный следователь» все участники получили сертификаты о прохождении программы, дипломы за заслуги и памятные подарки. Были отмечены и лучшие спортсмены. И наша задача была достигнуть того, чтобы заинтересовать детей в направлении юного следователя. Что такое юный следователь? Это познание настоящих первоначальных навыков следственной работы. Вот здесь формируется совесть, честь, справедливость и, будем говорить, ненависть ко всем нарушениям закона. На этой смене ребята узнали много интересного и полезного. Полученный опыт позволит молодым людям выступить достойной сменой в области криминалистики и правосудия. В финале церемонии первым участникам программы «Юный следователь в смене» выпала честь подписать знамя Следственного комитета как послание следующим молодым криминалистам. Ура!